Михаил Резников из Москвы в свои 11 лет уже настоящий ученый. Он участвовал в международных конференциях. Его исследования известны в России и за рубежом. Труды школьника дважды входили в топ-100 лучших научно-технических работ молодых ученых. Сфера профессиональной деятельности подростка – космическая биология и медицина. Михаил – самый молодой ученый в МГТУ имени Баумана. Так, например, участник, который мыслит логически, должен больше уделять внимания во время обучения систематическому подходу к решению задач. Разработанный подростком эксперимент был успешно поставлен на Международной космической станции. Под растение ставился специальный магнит, который был разработан, и благодаря нему растения в невесомости росли быстрее. Это все сам, да? Да, этот проект делал полностью я. Наукой Михаил начал заниматься в 6 лет. Его старший брат тоже ученый, только американской академии. Мечта школьника – выступить на конференции по медицине в США.